Всем привет! Давно не показывал видео про кондиционеры. Но в этом случае решил показать, потому что поломка, ну, очень смешная. В общем, это кондиционер новый практически. Несколько месяцев я его устанавливал, вместо 4. Ну, не работает. Открыл. Это инвертор, кстати. Открыл, посмотрел. Короткое замыкание, даже вот проскочило на массу. Короткое замыкание в компрессоре. Но когда открыл Борнеру, ну, практически не видно ничего. Ну вот она, сейчас попробую показать. Я не знаю. Вот этот вот маленький кабель. Вот. Он дотрагивался до резьбы, вот так на фабрике сделали, и потихонечку протерся от вибрации и сделал короткое замыкание. Ну, в общем, хозяева счастливы, потому что я уже чуть не забраковал компрессор. Ну вот, отделались легким испугом. Вот такая некачественная сборка. А всего лишь просто при сборке надо было кабель уложить правильно. Ну, вот такая вот смешная поломка сложного аппарата. Тоже очень доволен. Всем пока. До следующего видео.